Seç. Seç Bahadır. Вот она, сечь. Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы. Вот откуда разливается воля и казачество на всю Украину. Всякий, приходящий сюда, позабывал и бросал все, что дотуле его занимало. Он беззаботно предавался воле и товариществу таких же, как сам, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного мира души своей. Вот она, сечь. Що ж це я не зумів зупинитися вчасно? Все ясно зі мною тепер і назавжди. Пізно не йти, не йди від мене. Ра-па-па-ро-ди-ван-дай. Я налию собі, я налию тобі вина. А хочеш із медом? Хто ти є, ти взяла моє життя і не віддала? Хто ти є, ти випила мою кров і п'яною впала? Твої очі кличуть, хочуть мене, ведуй за собою. Хто ти є, ким би не була ти? Зупинити себе тебе сьогодні, сьогодні так дує. Без тебе сумую, сумую без тебе. Накинь щось на себе. Ра-ра-па-ро-ди-ван-бай. Я налию собі, я налию тобі вина. Господь да благословит вас.
Господь да благословит вас. Господь да благословит вас. Скажите, ласково просимы, как по-украински. Так, вы мне как-то так сказали, что я теперь вообще запуталась. Ну, я-то по-своему, а вы как типа положено. Ласково просим? Да. Ну, слушаем, внимание. Хорошо, ласково просим. Окей. Все, спасибо. Посмотри. Добрый день. Гарные хлопцы из Волгограду до вас. Нам сказали, что у вас тут гончарная, да? И вот гончарный круг. Сейчас и гончар пройдет. А там сидел сам генеральный писарь, а здесь находились его помощники, канцеляристы. А, это главный писарь, да? Главный писарь. А где же этот самый главный? Атаман или кто как? А вот, канцелярия. Там кошевой атаман находился. Кучу перец. А, кошевой атаман, да? А в фильме кошевого кто играл, вот этот Тарас Бульба? Ой, я уже сейчас не да? Уже давно я фильм смотрел, поэтому сейчас не скажу. Здесь же все происходило. Ну да, большинство снимался фильм здесь. Вот когда вот только, помните, два сына приехал, Тарас приехал. Проживаю это. Засады. Засады. Видите там. Все подходы обозреваются. Никто не мог сюда пробраться. Незамеченно.
Прощай, Сич, наша мать. Пусть же хранит тебя Господь.